Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, Он есть путь, истина и жизнь, подлинно, истинно так. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И всякий, кто призовет имя Господне ныне, действительно спасется, спасается. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь. И из Писания я хочу прочесть вот как раз из Якова, послание Якова, 1 глава, 17 стих из Нового Завета. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Светов, у которого нет ни изменений, ни тени перемен». Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь. Яков пишет здесь, что даже тени перемены нет у Бога. Даже тени перемены. Даже намека нет на перемены. Аллилуйя! Он вечный Бог, Он любящий Господь. Спасибо Богу за все. Спасибо Господу за доброе утро. Кто подключился, приветствую всех. Кто подключается. Ну и кто потом будет потом видео смотреть в записи, тоже приветствую всех. Именем Господним, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот. Всю неделю трудовую я здесь, в Киеве, преподавал, в библейской школе. Шаббат шалом, Сережа, шаббат шалом, Иночка, шаббат шалом, детки, шаббат шалом, внуки, шаббат шалом, коты, все, шаббат шалом, домашним нашим. Вот, и, да, я вот, Ина, если подключилась, сейчас только что подключилась, то, значит, из послания Якова, апостола Якова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет ни изменения, ни тени перемен». Аллилуйя! Так что все хорошее в нашей жизни – это от Бога. И у Него нет изменения, даже тени нет перемен. То есть Он не как человек, порой человек «да-да», «нет-нет». Вот он, если да, значит да, если нет, значит нет. Он такой, и потому что он из вечности, и само время, само это временное измерение, это его творение. Вот, спасибо ему огромное за то, что он запустил этот механизм временного измерения, времени. Механизм времени, да, и наше житие, бытие на этой земле уже от наших пращуров, от наших праотцов. Вот, 5779 лет прошло с половиной. От наших прародителей, Адама и Евы, имею в виду. Слава Богу. Да. Аллилуйя. Вот, возлюбленные. И благодарю Бога, что Он в этом временном мире, в временном этом измерении, Он из вечности являет Себя. Вот как картина есть такая, да? Вчера там общались с братьями, вчера как раз с Александром, там с братьями, сестрами общались в школе библейской этой. И здесь на Сокарках в Киеве. И, значит, и вот прозвучало такое как раз Александр, по-моему, как раз он видел. Он видел в Третьяковке выставку, он был в галерее и видел эту картину «Явление Христа народу». И, конечно, вот, вот он был поражен, он был удивлен вот этим полотном, восхищен, вот рассказывал об этом впечатлении своем. Да. Вот, и явление Бога, Богоявление, Бого... посещение, Богоявление. Действительно, все вот эти почти 6 тысяч лет нашего бытия, жития на этой земле, 5779 лет с половиной,
за все это время Богоявление продолжалось, продолжается и продолжается. Богоявление, Богопосещение. Бог проявляет себя здесь, среди нас, в этом временном мире. Но самое выдающееся его, вот, выдающееся его проявление, явление Бога человеком, было в лице Иисуса Христа, Иисуса Помазанника, Иешуа Машиаха, истинный Машиах, истинный Христос, Иисус, Иешуа. И Он явил Бога, Бога, и явил Бога именно, как вот в Новом Завете, нам, людям, раскрывается эта картина удивительная. Сама Библия, она не являет Бога, она лишь объясняет, она лишь рассказывает об этих явлениях. Бога являет сам Бог, и сам Иисус Христос, Сын Божий, который во все дни до скончания века с нами, Он здесь, и Он являет Бога, истинного Бога. И Библия помогает нам в этом, действительно, Слово Его помогает в этом. И Он проявляет Себя в творении, в Слове Своем, во всем бытии нашем. Спасибо Богу. Еще раз прочту этот стих, восхитительный, удивительный, из послания Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет ни изменения, ни тени перемен». Почему я как раз вот сейчас акцентирую ваше внимание? Что Он неизменяемый, Он вечный. Такому Богу, как Он, истинному, правдивому, действительно можно доверять смело. И свою временную жизнь, свое временное бытие и вечности можно такому Богу смело доверять. Спасибо Господу за все. Аллилуйя. Благословен Бог наш! Всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, что везде пребываешь, и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю. Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда, во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, во всякое время. Хвала Тебе в устах моих непрестанно. Благодарю Тебя за это доброе утро, за этот день Твой святой, субботний, отделенный, Боже, который и мы отделяем, Господь, для этого удивительного состояния, этого удивительного переживания Тебя. Все дни нашей жизни Ты с нами, и во все дни Ты с нами, Бог. Боже, благодарю Тебя. Но, Господь, сегодняшний день этот, который отделяем мы для Тебя по заповеди Твоей, Боже, воспоминание творения Твоего и воспоминание исхода Тобою совершенного из рабства, Боже всемогущий, и воспоминание будущего, Боже, Твоего Царства, Государства, Боже, благовечного Царства. Слава Тебе, Господь, Боже всемогущий. Благослови нас, благослови, Господь, по богатой Своей милости. Благослови, Господь,
Аллилуйя. Спасибо тебе, Боже всемогущий. Спасибо. Аллилуйя. Еще раз прочитаю. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет ни изменения, ни тени перемен. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за твою любовь. И действительно, нет даже тени перемен. Ты вечный Бог, и ты любишь нас. И ты во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Благодарю тебя, Господь, за жизнь и жизнь с избытком. Дар твой свыше сходящий, сошедший, пребывающий здесь. Слава тебе, Господь. Благодарю тебя. Аминь. Братья, сестры, и сама Евхаристия, хлебопреломление, это действительно акт вот этой вечной любви. Мы, живя во временном мире, в временном этом измерении, мы прикасаемся к вечности. Да и вся жизнь наша прикосновение к вечности, она связана с вечностью. Но момент причастия и Евхаристии – это когда особенное переживание такое. Слава Богу всемогущему. Вот, и совершим причастие, друзья, братья, сестры. Вот именно с тем словом, что всякое даяние доброе и дар – и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет ни изменений, ни тени перемен. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Благословен ты, Боже наш. Благословен. Налейте себе соку, друзья. Или даже просто воды, если нет сока. Возьмите хлеба. У меня здесь вот есть все. Уже приготовлено. Еще со вчерашнего дня у меня здесь хала. Вот, и тоже приготовленный сок, здесь все приготовлено. Спасибо тебе, Господь. Но самое главное, в причастии, это приобщение тела и крови Господа Иисуса Христа. Это приобщение этого таинства, величайшего таинства во Вселенной. Бог в нас, Христос в нас, Я и Отец одно, величайшее таинство – Бог в нас, мы в Боге. Я в Боге, Бог во мне. Большего такого таинства нет просто во Вселенной всей. Человеческому уму и ангельскому непостижимая тайна. Таинство, таинственное действие такое, тайнодействие совершается в судьбах человеческих. Слава тебе, Господь! Явление Христа народу, явление Бога в нас и через нас. Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Боже всемогущий! Благодарю тебя, Господь, что, принимая, Господь Божий, причастие, рассуждаю сегодня я, Боже, и мы рассуждаем о теле и крови Спасителя моего, Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, моего Господа, моего Царя, нашего Господа, нашего Царя, Царя царей, Господа господствующих. Аллилуйя! Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя за жизнь вечную, дар твой во Христе Иисусе, за исцеление твое через кровь Иисуса Христа, свершившееся в моей судьбе, в наших судьбах, еще 2000 лет тому назад. Боже всемогущий, благодарю Тебя, святой и праведный, бесчисленных миров Господь, единый Царь над всей вселенной. В Твоих руках мой дух, душа и плоть, Спаситель, Ты венец мой вожделенный. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благослови, Господь, сегодня нас рассуждать о теле крови Твоих. Боже, пусть Твои благословения все, они не проходят мимо, но будут в нас всегда, рассуждающих, в нас рассуждающих о теле крови Твоих, о жертве великой, о том, что спасение – это дар Твой, исцеление, освобождение – это дар Твой во Христе Иисусе Господе нашем. Слава Тебе, Господь! За Голгофу, за кровь, я тебя, мой Бог,
благодарю, аллилуйя, за воскресенье Христа. За кровь святую твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, аллилуйя, аллилуйя, Отец мой, Ава, Отче, Папочка, Папа, аллилуйя, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, аллилуйя, аллилуйя. Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Бог мой, Царь мой, друг и брат мой. Благодарю, о Дух Святой, ты всегда со мной, утешитель мой, ты мой герой. За все я благодарю, я тебя, мой Бог, люблю. Я тебя, Господь, люблю и за все благодарю. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец, Бог мой, Царь мой. Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Целитель и Освободитель мой. Благодарю, о Дух Святой, Утешитель мой, ты всегда со мной. За все я тебя люблю, я тебя благодарю, я за все благодарю, я тебя, мой Бог, люблю. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Возмездие за грех – смерть. И эти 6000 лет истории нашей человеческой этому подтверждение, Господь. Но, Боже всемогущий, жизнь вечная – это дар Твой во Христе Иисусе Господе нашем. И этому также мы свидетели, Боже, свидетели воскресения Твоего, свидетели жизни Твоей, Боже. Вкушая жизнь Твою, погружаясь в жизнь Твою, Господь. Боже, свидетели Твоего погружения в нас, Господь. И свидетельство Твоего погружения в нас. Слава Тебе, Господь. Благослови, Господь. Это Богоявление, акт Богоявления. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли, питающий, милующий нас. Благословен Бог наш, Царь вселенной, давший нам хлеб с небес, Иешуа Машиаха, Иисуса Христа, Сына Своего, Агнца Своего, Господа и Спасителя нашего, Целителя и Освободителя нашего, слава Тебе! Аллилуйя! Путь истины и жизни, и ни в ком другом нет спасения, Господь! В Тебе наша жизнь, наше все, Ты наше все, Господь! Иисус Христос, Спаситель, аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, за кровь святую, пролитую на Голгофском кресте. Боже, 2000 лет назад, которая и сегодня омывает нас от всякого греха, благоставляет, Боже, Богоявляет, Богопроявляет. Слава Тебе, Господь! Благослови, Господь Святой! Благослови тело Иисуса Христа! Аминь! Кровь Иисуса Христа! Аминь! Ешьте, пейте,
братья, сестры, Бога прославляйте, ликуйте, пойте, аллилуйя, аминь. Аминь, Инночка, аминь. Аминь, детки. Аминь, внуки. Аминь, коты, аминь. Все и вся. Аминь, все Божье творение. Кстати, это одно из имен нашего Господа. Аминь, так говорит, да, аминь. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо тебе за все. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, отдавший жизнь свою за меня, отдавший жизнь свою за всех нас. За жизнь мира ты отдал свою жизнь. И поднимай бокал, Господь, во имя Твое, во славу Твою, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Господь, за причащение пречистых твоих святых христовых тайн, тела и крови Твоих. Благодарю Тебя за жизнь вечную, дар Твой, за исцеление, освобождение, благословение все Твоих небес, благословение, Боже, что имею, через кровь божественную Твою, тело ломимое Твое, тело Агнца Твоего, Спасителя моего, Господа моего, Иисуса Христа. Благодарю Тебя за этот день субботний, Твой святой день, воспоминание творения Твоего, воспоминание исхода нашего, воспоминание будущего царства, грядущего. Ты был и есть и грядешь, Вседержитель. Слава Тебе. Благослови моих братьев и сестер. Благословляю родных и ближних всех. Благословляю своих домашних. Шалом, говорим. Аминь. Толик пишет, да. Шалом, шалом. Мир всем вам, братья и сестры, и благодать да умножатся. Умножение мира, умножение благодати всем и вся. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. И вот снова зачитываю это место из Писания, с которого и начинал, которым и продолжал я. Послание Иакова из Нового Завета, из послания Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет ни изменения, ни тени перемен». Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, в тебе нет изменения. Ты неизменчивый, ты неизменяемый, ты неизменный Бог, вечный, святой ты любишь, ты есть любовь. Спасибо тебе за Богоявление, Богопроявление. Спасибо тебе, Господь, за дар Твоей жизни вечной, за спасение во Христе Иисусе. Спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Благословляю вас, братья и сестры. Буду сейчас выключаться уже трансляцию. Вечером трансляцию сделаю, вечером, даст Бог, в 6 часов вечера. Вот, а в течение дня постараюсь тоже делать, но буду делать в парке. Сегодня хорошая солнечная погода в Киеве.
Вот, и планирую в парке прогуляться здесь, записать видео сейчас как раз. Пусть Бог благословит. Тоже погуляйте, прогуливайтесь. Сегодня день субботний, день покоя с Господом. Покойтесь в мире, покойтесь в шаломе Божьем. Почивайте. Шаббат шалом. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом, говорим. Дети Божьи, мальчики и девочки, братики и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки, нашего Аввы. Аллилуйя! Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. О, Авину, хай, наш отец живой, Ава, Авину, папочка, папа, отец наш, ты Бог живой, от Авину, от Авину, от Авину хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль хай, и народ Израиля, Божий царь, живой наш, и мы живы, потому мы живы. Царственное священство живо, потому что Бог живой. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль хай. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль хай. Шалом, Иерусалим, шалом, шаббат шалом, Израиль, шаббат шалом, Иерусалим. Шаббат шалом всем вам, братья и сестры. Шаббат шалом, Киев, шаббат шалом, Украина. Привет всем с берегов Днепра, с Киева. Благословляю всех вас снова и снова во имя Господне. Шаббат шалом, радуйтесь, погружаемся в Господа, радуемся, веселимся, прославляем Его. Сегодня это день как раз для этого и создан. Аллилуйя. Спасибо тебе. Шаббат шалом.